В Рязани сегодня вручили ключи от новых квартир военным, которые несут службу в десантных войсках. В городе находится знаменитое на всю страну училище, расположен гарнизон, много контрактников, в том числе тех, у кого уже есть дети, семьи. Для того, чтобы решить вопрос с жильем, построили целый микрорайон, тем самым ликвидировали очередь. Около 500 человек уже обеспечены служебными квартирами, более 150 – постоянными. Новая жилплощадь сдается с полным ремонтом. Я не ожидал, что я получу так скоро, потому что кто-то ждет 2-3 года квартиру. Я был в отпуске у себя дома, и мне позвонили из Рязани и сказали, что вы получаете жилье, и мы приглашаем вас на просмотр. Мне она сразу понравилась, конечно. Крыша над головой есть, тепло, светло, все остальное все приживется, все наживется. К сдаче в эксплуатацию сейчас готовится еще 8 домов, а это более чем 1400 квартир.